Привет, дорогие друзья и подписчики. Представляете себе, мы находимся в Одессе. Конечно, не в самом центре, но очень от него близко. В 10 минутах ходьбы от центра города Одессы. Посмотрите, какая красота. Какой красивый растет мох, какой красивый водопад. И все это наша любимая природа. Да, вспомним, что мы находимся в степи. И вспомним для начала ролика о том, что в Одессе всегда проблема с пресной водой. Ну а теперь давайте на эту тему подробнее поговорим, узнаем, что это за вода, узнаем ее качество и, конечно, узнаем, откуда она выходит и почему она здесь. Итак, Зоотроп работает для вас, у вас подписка и, конечно, лайк. Можно также стать спонсором канала, все это внизу в описании есть. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Пишите интересные места, которые вы бы хотели, чтобы мы вам подробно показали, и мы, конечно, выйдем и их оценим для вас. Итак, а теперь давайте углубимся в этот красивый, вот такой вот, можно сказать, горный водопад. Так, друзья, теперь беззвучное видео с звуками природы закончилось, и мы хотим прогуляться, показать вам, как все это выглядит немножко с другой стороны. Вот, видите, это водосливная труба, которая приходит этот ручей, и дальше оно уходит на поля орошения. Ну, а теперь давайте, знаете, как я люблю очень сильно передачи Миши Закусилова, которая называется «От истоков до моря», а мы сегодня прогуляемся наоборот, от моря до истоков. Вот так вот выглядит здесь этот ручей. Видите, прозрачная вода, красивые растут водоросли, реально прозрачная вода. Это родниковая вода, которая выходит из-под Слободского плато. Справа от нас Слободское плато. И вы, конечно, видели там минуту или полторы, сколько у нас получилось снять, красоты, которая действительно очень красиво с точки зрения, если прийти пофотографироваться, снять красивое видео, снять какое-то TikTok, скажем так, видео или шорт, это очень красиво. Но с другой стороны, давайте посмотрим, сколько это в данный момент выглядит ужасно. И как одно и то же место можно снять по-разному. То есть правдиво показать то, что происходит на этом месте. И, конечно, типа красиво сделать какие-то определенные кадры. Конечно, как я и анонсировал, в этом видео мы взяли с собой специальный прибор. Мы еще проверим качество этой воды. Видите, как красиво здесь везде растут водоросли. Здесь это очень красиво выглядит таким вот образом. Вода сильно прозрачная, чистая, холодная, родниковая. И вот мы подходим к тому месту, которое мы вам показали, как оно красиво выглядит. Если не смотреть весь ужас вокруг, то есть если приблизиться и убрать, скажем так, все вот эти вот, весь мусор, весь этот ужас, то это сильно красиво. Да, когда вот этот водопадик, вот такой вот яркий, сочный, зеленый, сегодня у нас в начале марта, 24-го года, вот так вот он выглядит. Вот видите, еще одна труба, которая выводит точно так же воду из-под грунта. Видите, какой большой напор. Здесь таких ручьев очень много в этом месте. Именно больших таких вот. Смотрите, раз, два, три, там дальше чуть-чуть четыре и так далее. Ну, давайте посмотрим теперь, как все это выглядит в обширной картине. Да, насколько можно было бы с этого места красиво сделать какую-то такую местную, пускай небольшую достопримечательность, облагородить, сделать гротик, сделать беседочку, чтобы вы понимали, вон уже отсюда видно город. То есть мы в 10 минутах ходьбы от центра города, как я уже говорил выше. Действительно, можно было сделать здесь парк, сделать оазис для местных детей, для приезжих, фотозону. Это реально было бы красиво и интересно. Но нет, здесь у нас вот такая вот картина. Смотрите, вот тут понаружи идут трубы канализации, выведенные вот с этого дома, в котором живут люди. Вот в этом доме живут люди. Мы находимся на улице Известковой. Вон со второго этажа канализация, но в люк. Вот с первого этажа, но типа в люк. Хотя не в люк. Не в люк. Она просто выведена, эта крышка накрыта, чтобы оно не плавало. Вот оно выведено, и вот оно течет по этому роднику дальше. То есть это сверху она чистая вода. Но таких, к сожалению, мест, где выведена канализация, довольно-таки много. Но сегодня давайте про хорошее. Сегодня мы не будем про канализацию. Сегодня мы хотим именно посмотреть эти ручьи. Вот сегодня у нас Вика с фотографом, с палкой здесь пытается лазить, снимать для вас, фотографировать и делать интересные моменты. Виктория, тебе нравится место? Очень. Вот ей очень нравится место, очень шикарное. Посмотрите, как здесь дышит этот мох. Какой он реально красивый. И это очень красиво, очень классно. Но главное, с одной стороны это красиво, с другой стороны это проблема. Давайте поднимемся выше и поговорим, почему это проблема.
Видите, вот ручей, в который выходила канализация вдоль дома. Вот он проходит. Вот та самая труба, которую мы вам показывали ниже. Видите, то есть сделаны были металлические трубы. Вот такие вот специальные приемники воды, в которые все это сходило. Видите, три трубы. Вот одна с одной стороны и с той стороны две большие трубы. Вывод той самой подпочвенной воды из-под Слободского плато. Прямо над нами находится наша Слободка. Там, где Слободской рынок, там, где улочка тихая, одна из самых узких улиц в Одессе, по которой даже ходит трамвай. У нас есть ролик, можете посмотреть. Вот эти трубы. Видите, везде все мокрое, везде все течет. То есть это говорит о том, что не вся вода, не вся влага течет по этим трубам. Некоторые трубы уже пришли в негодность, кроме того. Так, поднимаясь дальше, мы видим, что здесь жилые дома. Это те дома, которые находятся на нижнем плато, как раз получается между улицей Известковой и обрывом Слободского плато. И вот как раз здесь проходят эти самые ручьи, та самая вода, водичка, которая выходит из-под плато. Посмотрите, какая она чистая, красивая, но она создает очень много проблем в нашем регионе. Везде, из-под Одессы, где она выходит, она делает плавуны, так называемые. И действительно, это большая проблема всей Одессы. Конечно, очень красиво, когда рядом растут так вот одуванчики, люди смотрят, убирают мусор из этой воды, из этой ямы. Но давайте разберемся, что происходит. Вот оно плато. Верхняя часть находится вроде бы сухое. Под ним есть водоносные горизонты. Эти водоносные горизонты находят себе точку, где они выходят из-под грунта. Они выходят вниз. Если он течет вот таким вот образом постоянно просто вниз, с одной стороны, вроде бы никакой проблемы нет. Но когда здесь грунт намокает, сверху строят какой-то высокий или тяжелый дом, или начинают что-то рыть, естественно, это плато начинает сползать. Кроме того, проблема другая. Верхние дома, вот как там видно, раз, два, три, выводят канализацию в эту же самую речку. Соответственно, эта проблема уже совсем другая, экологическая проблема. Итак, давайте мы теперь посмотрим все-таки качество этой самой воды. Во вдруг она таки питьевая, именно в этом месте, где, скажем так, мы приблизились к выходу из-под плато. То есть вы понимали, вот гаражи, и сразу за гаражами, за этими, выход ее из-под грунтов. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с прибором, поэтому мы хотим проверить как бы для себя и показать для вас, какого качества эта вода. Это к тому, что я говорил, что в Одессе, да, постоянная проблема о том, что говорят, что нету питьевой воды, нету пресной воды, что у нас только везде солончаки. Давайте проверим. Итак, смотрите, вода прозрачная. По запаху тоже никакой вопроса по ней нет. Итак, давайте теперь Виктория сейчас нам подойдет ближе. Мы сейчас прибор, мы сегодня без телефона, показываем просто на приборе. Итак, первоначально смотрим pH воды. pH воды здесь у нас 8,2. Довольно-таки хороший pH. Теперь переходим на другой показатель. И смотрим ppm воды. ppm воды здесь у нас 1480. То есть, грубо говоря, 1500 единиц. Напоминаю, что хорошая питьевая вода считается до 270, ну даже в принципе до 200 ppm. Все воды, которые мы исследовали, которые выходят из-под Одессы, в пределах от 1400 до 1500 ppm. То есть вода питьевая, но в ограниченных, скажем так, количествах. То есть ее можно использовать, если есть необходимость, но при этом ее нежелательно пить постоянно, потому что, естественно, такая вода будет откладывать соли в почках, ну и другие камни будут откладываться, то есть будут большие проблемы. Но с точки зрения необходимости, если вот сию минуту нужно пить, ее пить можно. Химический состав мы сейчас не говорим, это немножко другое, поэтому это уже более, скажем так, лаборатории серьезного образца. Итак, давайте прогуляемся еще дальше, посмотрим, какая все-таки здесь, с одной стороны, красота, а с другой стороны, проблематичная местность. Итак, друзья, вы видели ситуацию по этой воде, ситуацию по этой красоте с точки зрения того, что вы можете сюда приехать и пофотографироваться. Но помните, не оставляйте мусор, убирайте мусор за собой. И вот мы хотим обойти эти самые гаражи, которые уже разваливаются. Когда-то был большой гаражный кооператив, но вы понимаете, что люди постепенно, во-первых, кто-то съезжает, кто-то гаражи перестал эксплуатировать. И мы подойдем к тому самому склону. Вот тут когда-то росла такая вот классная, судя по всему, черешня. Большая, может, кто-то из вас вспомнит, что лазил на нее и с нее ел черешню. Вот эти самые гаражи, которые
трещат и точно так же падают, как падает склон в одну сторону, так и гаражи съезжают в другую. То есть, видите, вот здесь такой как бы образовался овраг небольшой. Его засыпают мусором, как сверху. Вот сверху, видите, все это полностью засыпано мусором. То есть верхние дома, чтобы никуда мусор не выносить, они засыпают вот это все, гора мусора. Вот, ужасно. Здесь за счет того, что гаражи и участок прямо подходит к дому, этого нет, а здесь, конечно, ужас. Ну и вы видите, какая картина. То есть, да, с одной стороны, ролик получается позитивный, с другой стороны, все равно какой-то есть негатив. То, о чем я всегда говорю, мы показываем вам реальную историю. Мы не ищем хорошее, мы не ищем плохое. Мы показываем реалии того, как оно выглядит. И вот, друзья, мы подобрались ближе к этому оврагу. Вы видите, что действительно вот сюда снесено все, весь мусор, который только можно. Ну, во-первых, он съезжает из-за дождей, из-за ливней. Ну и кроме того, люди сами его, конечно, тоже скидывают сюда. Смотрите, а вот как раз то место, видите, как сделаны эти стены подпорные. Вот она была, старая стена, еще из такого вот дореволюционного кирпича. Видите, вот он отломанный один здесь. Мы не разбираем ее ни в коем случае. А дальше ракушняк, видите, как он уже весь позеленел, мхом порос. И вот вплотную к нему пристроены те гаражи. Где-то вот там внутри, в глубине, аж за пятым гаражом, выходит как раз тот ручей, который мы вам только что показали, в котором брали пробу воды. Друзья, вот мы пролезли, насколько смогли, по этому месту. Видите, везде вот эта подпорная стеночка. Я устал вот из кирпичей разваливающихся. Хотя это больше похоже уже на советский кирпич, чем нежели на дореволюционный. И вот уже мы приблизились к тому месту, где-то вот именно здесь, в районе этого гаража, тот самый выход воды. К сожалению, его не видно, и дальше мы туда уже не пролезем. То есть он где-то вот здесь. По этому гаражу передвигаться довольно-таки опасно, поэтому мы туда, к сожалению, не залезем сейчас. Но насколько смогли, мы вам показали. То есть вот такая вот ситуация здесь на Слободке. Интересная тема. Вот мы уже подобрались. Вот над нами уже дома стоят на плато. То есть плато полностью с водой. Вы понимаете, сколько воды выходит. И он не замерзает никогда. Он круглогодично идет вот таким вот напором, как мы вам показали сегодня. Ну, картина здесь такая. Представьте, какое было бы красивое, интересное место, если убрать вот там внизу, сделать тут парк, сделать тут красивые ручейки. Да? Вспомните Софиевку в Умани. Сколько красиво все это сделано, насколько действительно интересно из природных источников. И здесь уже все это есть у нас в Одессе, в нашей любимой родной Одессе. Мы постараемся вам показать, правда, боком, насколько достанем вот так вот под этот гараж, потому что там уже стоит вода, да тоже не пройдешь. Вот такой вот вид здесь. И видите, вот там в конце родник, тот самый. Ну, извините, что боком, как смогли достать камерой. Итак, дорогие друзья, смотрите, нас любезно пустили в на один из участков, как раз за гаражами. Вот как раз тот самый гараж, к которому мы дошли, у нас видно впереди. А вот выход из-под земли того самого родника. Видите, вот такая вот здесь картина. Сейчас мы попробуем к вам приблизить, показать ближе. Так, дорогие друзья, вот это место. Видно, где он выходит из породы. Вот, ну и, к сожалению, видите, что помимо родника точно так же выведены канализационные трубы. Она хоть и уходит в землю, но я думаю, что по ней тоже сливается. К сожалению, это, конечно, тоже большая проблема нашего региона, да и не только нашего. Вот такой у нас сегодня получился обзорный ролик этого интересного места. Так, дорогие друзья, вы видели то, что мы вам хотели показать. Смотрите, кроме того, здесь в чем есть проблема этого места. Пока эта вода просто уходит вниз, вот таким вот образом и уходит на поля орошения, вроде бы ничего плохого нет, да. Она себе течет, течет уже не один десяток лет. Даже где-то, я уже вам показывал, как вот здесь вот сделаны специальные выводные трубы. Но если только где-то будет построен, вот, например, в этом районе, да, захотят его расстраивать, и неправильно отведут эту воду, и оставят, видите, здесь тоже кто-то пытался строить. Вот, кстати, видите, вот колонна. То есть здесь явно вот этот вот участок, который самозахватом тоже явно возле гаража сделал себе огородик. Собирались что-то строить, потому что вот уже есть фундаментная колонна, видите, зреет фундамент. И, естественно, могут перекрыть, вот второй, кстати, видите, вот он, перекрыть русло этого родника. Если это русло перекрыть,
он не может найти себе другую дорогу, а может просто-напросто уйти в землю и в земле делать так называемые подпочвенные водяные карманы. И если этот карман произойдет так, что наберется до определенного момента, по глине полностью весь вот этот склон может сползти. Соответственно, точно так же здесь на Слободке, хотя она далеко находится до моря, да, здесь есть пересыпь, которая когда-то была пересыпью, водяной балкой, может все это полностью рухнуть. Вот такая вот картина. Поэтому, друзья, смотрите внимательно, где вы живете, что есть интересного вокруг вас. Если вы покупаете жилье, где вы его покупаете? И, конечно, смотрите зоотроп. А зоотроп всегда показывает все честно, открыто и откровенно. Итак, мы заканчиваем на этом месте. Итак, мы много уделили ему внимания. Оно, конечно, красивое, но, увы, засранное. Итак, до новых встреч в эфире. Зоотроп работает для вас.